Рум'яне, запашне, з хрусткою скоринкою, молочне порося точно стане прикрасою будь-якого новорічного столу. Вважаєте, занадто складно і дорого? Моя подруга, неперевершена оперна співачка Олена Гребенюк запевняє, приготувати страву можна у 10 разів дешевше. Заінтриговані? Я також. Зустрічаємо! О, ти не одна! Привіт, моя дорогенька! Так, вибачте, а ми що, його готувати будемо? Надійку, в жодному разі 2019 рік – це рік свині. Тож на столі не повинно бути страв за свинею. Це може розізлити господиню року. Щоб заручитися підтримкою символу 2019, надайте перевагу стравам овочі, сиру та м'яса. Проте не зі свинини. Свиня і поросята відрізняються гарним апетитом. Тож святкові страви мають бути не лише смачними, а також ситними та оригінальними. Не можна його готувати, друзуці. Надюшенька, ну як ти могла подумати, що я вот эту красоту, которая пищит, буду готувати? Я... Це же фунтик! Боже, він нервує, давайте одразу його від... Михайло, допоможи, будь ласка. Он, видишь, ты заговорила о том, что надо с ним что-то такое сделать, и он занервничал. Мой хороший, мой сладенький. Сейчас, Мишенька, пожалуйста, помогите. Только не обижайте его, пожалуйста, за кулисами. Не, Миша, будет не обращайся. Солнышко наше. Я тебе сейчас расскажу эту великолепную историю. Это мне делали, знаешь, предновогодний подарок. У меня некоторое количество времени назад был концерт. И вот мне приносят такую большую запакованную коробку. Прямо на сцену выносят и дарят. Я думаю, интересно, тяжеленький. Но когда за кулисами коробка начала верещать, о, я ее открыла и увидела. Казалось, что это настоящий живой поросеночек. Так, бачиш, перед роком свині тобі подарували символ. Отже, новий рік прийдешній буде для тебе прекрасним і щасливим. Я в цьому переконана. Конечно. Ну, на самом деле, я его так полюбила. Главное, чтобы он вырос не очень большим. Ты что, мы не будем готовить порося сегодня? Конечно же будем, но это будет, знаешь, такой виртуальный поросенок, сказочный, я бы сказала, новогодний. Это будет пюре с сыром и немножечко мяса. А как он будет схож на порося тогда? Ты все постепенно узнаешь. Добре. Предлагаю начинать. Давай. Смотри, у нас есть картошечка. Если ты мне поможешь и нарежешь ее на 4 части, я тебе буду очень благодарна. Починаю. Я немножечко, пока ты режешь, я буду рассказывать. Приготовление блюда нашего будет состоять из двух частей. Мы сделаем картофельную основу, а потом у нас будет мясная начинка. Когда все это остынет, сформируем такого замечательного хрюндика. Тобто свинкою, поросятком це буде лише за дизайном, правильно? Конечно. І мені подобається, що ми зустрічаємо рік свині і поросят. Без свині. Так, не їмо свиню. Конечно, ми не можемо цього собі дозволити, тому що це ж хазяйка года. Смотри, що нам понадобиться, крім картошки. У нас є твердий сир, сливочне масло, 4 яйца, немножечко панированных сухарей, фарш обязательно, без него мы не справимся, и овощи, которые нужны для того, чтобы наш фарш был, знаете, ароматным. Сельдерей, лук, морковка, перец и чуть-чуть мускатного ореха. Знаешь, для пикантности. З якого м'яса готуємо замість свинини? Можно из курицы, можно из телятины, можно из индейки. Я предпочитаю телятину, потому что это мясо, его очень любит моя дочь. Ви вже вирішили з донечкою, як святкуватимете Новий рік? Практично ми готові. Я зараз повторю нашого замечательного поросенка, і вже перше блюдо к новогоднему столу вже готове. А ти вже дозволяєш їй не спати всю ніч? Вона ж модний светский ребенок. Ага. Она мне в прошлый раз очень интересно сказала, ты знаешь, мы были у моей крестной, ну, у твоей кумы, и мы не спали в Рождество аж до 5, нет, до 7 часов утра. Мама, это так здорово. Как она вытримала, мала. Так, смотри, я нарезаю лук кубиками. После этого я нарежу сельдерей, и я тебя буду просить натереть морковку. Залюбки. Для того, чтобы картошка быстро сварилась. Знаешь, мы же все делаем быстро-быстро. Друзья, кусочек сливочного масла. Грамм 30. Яка олійка потрібна, чи масло? Пару столовых ложек. Принесу олію. Сейчас мы немножечко фарша. Как говорят, все надо делать на глаз. Коли вперше готуешь, так на око и не выйдет. Да, согласна. Треба дотримуватися рецептури. Сельдерей, лук и морковка
с фаршем. Это будет наша начинка. Когда фарш становится сухим, сухой фарш не даст возможность картошке расклеиться. То мы должны приготовить таким образом, чтобы из овощей выпарилась вода. И это тоже очень важно. Мне нравится очень готовить на чугунных сковородках, потому что очень хорошо держит жар. Можно готовить на большом огне, и это происходит, главное для меня, быстро. Перевагою чавунного посуду служить висока теплогінність. Він може нагріватися до більших температур, тому страви в чавунному посуді обсмажуються набагато швидше та набувають апетитну скоринку. 15 хвилин вже пройшло, я думаю, що можна спеції в фарш вже додати. І картопля вже майже готова. А вона має бути цілком готова чи альденте? Оставим її немножечко, щоб вона, знаєш, як дійшла, щоб можна було легко зробити з неї пюре. У меня уже почти готов фарш. Дружок, нам треба перелить сюда картоплю. Так, отлично. Смотри, я тебе дам сыр, ты его натрешь. Так. А я потолку картошку пока. Давай. Ты не покладаешься от на допомогу, то есть ты хочешь все-все сделать сама. Я иногда відчуваю. Я так привыкла. Про то ж и говорю. Можливо, у новому році ты хочешь все-таки частину обов'язків на когось. Перекладати чи не плануєш? Звісно ж, планую. Звісно ж, мені дуже хочеться. Ну от я тепер у мене є, знаєш, мужчина в домі, постійно живучий мужчина в домі по імені Фунтик. Ясно. Я думаю, що король цього року поки залишиться Фунтик. Ну він точно принесе і удачу, і... Усі гаразди у новому році, бо це ж його рік. Ну, звісно. Перед Новим Годом хочеться пожелати, що всім людям, які сумніваються в якихось своїх уміннях чогось досягати, пожелати, щоб цей год трудолюбивої свиньї не мали сумнівів, а були завжди дуже цілеустремленими. Є сир натертий. Делаємо поросенка. Розбей мені, будь ласка, 3 яйця. І що далі? Немножечко мускатного ореха і сир. Туди? Так. И все перемешиваем. А я тебе расскажу о секретном ингредиенте, без которого блюдо не получится вообще. Чекало. Панировочные сухари! Боже, их еще никто так не оголошував. Вони зараз просто відчули себе зірками нового року. Головнішими за свиню. Они нужны для того, чтобы придать нужную консистенцию, необходимую. Нашей картошке. Так, прибрати зайву вологу. Необходимо хруст. Мы добавляем 2 стакана сухарей. Все это перемешиваем и мешаем с картошечкой. Видишь, какая консистенция получилась, да? Мы переходим к самому главному, к формированию нашего хрюндика. Смотри, что мы с тобой сделаем. Мы сложим 2 доски. Я хочу так, чтобы, знаешь, нашим зрителям было видно, как мы будем делать с тобой эту красоту. Сейчас достаем пищевую пленочку. Тянем, потянем. Теперь будем выкладывать примерно где-то вот такую вот часть. Отложим 1/4. Для того, чтобы сформировать ушки, копытца и хрюндик. А это выложим. Это наше тельце. И будет это все у нас таким поросеночком. Я тебе допоможу руками. Я их зволожила для того, чтобы не приставала картопля. И как нужно сделать? Боже, ты гений. Лайфхак. А нам какую-то форму треба надати? Мне было так неловко, я дома так и делаю. Нам овальчик нужен такой, 1,5 сантиметра. Теперь выкладываем сюда фарш. Давай. Немножечко нужно оставить, мы же его будем поднимать. Отлично. Все. Теперь мне нужна очень твоя помощь. За любовь. Мы берем вот так и начинаем, как пирожочек, это сворачивать. И получается у нас идеально. Вот такой вот. З'єднали. Я бы сказала, вареничек це такой. Схоже... Мы формируем его. Угу. Теперь самое страшное. Берем с двух сторон и вываливаем аккуратненько. Давай. Вываливаем. Давай, иди сюда. Опа! Ой, молодец. И теперь самое вкусное. Как сделать вот этой красоте? Хрюндик. Надюшенька, вам хвостик. Вы попробуйте хвостик, если что, я доделаю. А что, будет 2? Нет, я хрюндик пока сделаю. Делаю кружочек, кладу. Получилось? Так. Смотри, какой пятачочек получается у нас такой. О, а потом все, что неровненько, можем взять мокрую ложечку и аккуратно выровнять. Знаешь, как торты красиво вкладывают. Шарик.
Так. Сейчас, это все только начало. Это выбачь, же это самое сложное из того, что может быть. Фантастический хвост. Ище и вушка. Вот, видишь? А ты поняла, для чего нам нужен был перчик? Оченята. Да давай, тільки він не дивиться. Сейчас мы из душистого перца сделаем глазки. А, глазки. Класс. Это душистый перец, а не просто, видишь, чтобы они были больше. А ноздрики мы будем делать из обычного черного перчика. А 210 градусов духовочку. Я поставлю да, зараз. Замечательно. Я быстренько взобью одно яйцо, чтобы обмазать нашего поросеночка. Головне, що ви запам'ятали рецепт, а ми відправляємо його у духовку. Ні, ну ви посмотрите, як ви хвостик. Тобі не кажеться, що він дуже похож на Фунтика? Я не знаю, чи радіти цьому. Як ти думаєш, Фунтик до цього поставиться? Я думаю, що він увидить, знаєш, родственника. Це як світлина Фунтика у соціальних мережах. Я теж так думаю. Відправляємо все в духовку. Лайків буде багато. Так, 30 минут. Хто хоче співи, почути, якщо тобі не важко, бо я знаю, що голос – це твій інструмент, ти маєш його берегти, але якщо… Що тобі спіть? Ти вже співаєш. I'm dreaming in the white Christmas. Я дальше слов не помню, но пою красиво. Тебе так подходить? Мені дуже подобається настрій, одразу такий святковий. Боже. Ти знаєш, я тобі можу розказати абсолютно взагодні історії. Давай. Знаменитая песенка. Джингл Белл. Нет, в лесу родилась елочка, в лесу она росла. Как ты думаешь, когда она была написана? В 1879 році. В 1671. Трішки не вгадала. Нет, на самом деле ты абсолютно права. Это был 19 век, и она была действительно написана. Но оказалось, что это шведская народная песня, называется «Тысячу свечей». Она действительно рождественская. Просто переделали мотивчик, сделали аранжировку, написали текст. И целых три куплета, и все получилось. Пока я тебе тут пела, морочила голову всякими там новогодними песенками, пойдем в новогоднем настроении. Дістанемо, 30 красунчика. Минут прошло. Постучи по нему, ты поймешь, почему я говорила про корочку. Ах, який пружний, такой ты холосенький. А на хвостик посмотри. Все на месте, и ушко, и рильце, и хвостик. Так бы тебе и съела. Нам залишається трішки його прикрасити і будемо смакувати. Ура! Я саме за такого поросятка на новорічному столі. Він такий симпатичний. А ти много фарш. Ага. Ну що, скуштуємо? Звісно. Я предлагаю тобі, як хазяйки кухні, нарізати його так, як ти хочеш. Правильно. Самый вкусный кусок в середине. Да, правильно. Потому что там же мясце. А у меня Лиза любит хрюндик. Кто б сомневался. Прекрасно. Получилось. Я очень рада, идеально, что тебе нравится. Це сміливо можна вважати основною стравою на новорічному столі. Це і красиво, і поживно, і смачно, і недорого. А це теж важливо. Я признаюсь тебе, сколько раз не готовила. Беспроигрышный абсолютный вариант. Получается очень вкусно. И главное, наш ингредиент, как сработал, сухари. Все хрумтить, как ты сказала. Дякую тебе, дорогая. С наступающим Новым Роком. С наступающим Новым Годом.